Привет всем выжившим! И сегодня будем смотреть на игру, которая, если честно, дала мне кучу эмоций, адреналина и, в общем, я немножко в шоке. В шоке во многом от того, что какого черта вообще я не знал о ней раньше. Здесь тебе и разные классы с прокачкой, как Кинфлори, здесь тебе безумный драйв и экшен, интересная проработка оружия и механики выстрелов. Но сперва мне хотелось бы признаться, знаете, я довольно большой поклонник серии Warhammer 40 000, и, естественно, стратегия меня не обошла. В особенности я сейчас говорю про House Rising, Soul Storm, ну и хрен с ним, давай назовем Retribution. Но игра мне нравилась скорее не своей компанией, хотя в House Rising она была довольно интересной, а вот с режимом Последний Рубеж. И знаете что, в этой игре он сделан практически так же, с интересной прокачкой класса, их взаимодействиями, и все это на спидах. И я сейчас не преувеличиваю, буквально с первой миссии игра вас кидает в такое рубило, что сердце начинает биться постоянно, и если честно, я такого давно не испытывал. В игре присутствует 8 классов, каждый из которых обладает своими особенностями, ну и начальным оружием. При прокачке в дальнейших сессиях ваш прогресс остается. Что же касается классов, это страж, штурмовик, снайпер, ассасин, налетчик, тяжелопехотинец, инженер и разрушитель. У каждого из классов есть свои навыки, оружие, особенности. Также есть командные приметы, которые позволяют вашей группе продержаться чуть дольше. Ну и само собой прокачанный класс, как и в том же Кинфлори, будет более эффективен, чем персонаж низкого уровня. Но ваш скилл и умение правильно раскачать своего героя в процессе игры играет куда большую роль. В игре на данный момент присутствует 6 режимов, в каждом из которых случайным образом генерируется карта. Некоторые из режимов открываются после прокачки персонажа, что в целом я считаю довольно неплохо. Как вы, наверное, заметили, разработчики вложили немало сил в создание оружия. Звуки стрельбы, рикошеты, разные типы патронов. Все это сделано на довольно высоком уровне. Прибавьте к этому бесчисленное количество противников, огромное количество предметов и случайных улучшений, и вы получите эту игру. Подводя итоги, хочется сказать, что в последнее время выпускается довольно много неинтересных и пустых игр. Возможно, это тенденция времени, а возможно, нам просто так не повезло. В любом случае, такие проекты стоит подмечать и обязательно попробуйте. Конечно, из-за возросшей популярности этой игры сервера еле-еле справляются, но обязательно проводите с собой друзей, пробуйте, играйте и пишите в комментариях, что вы о ней думаете. А на этом все, всем пока, спасибо, переходите на мой Twitch, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорого!